Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Дмитрий Гончаров. И в этом видео я хотел бы рассмотреть такой вопрос: как сбросить пароль администратора в Joomla? Иногда случаются такие моменты, когда теряются пароли или же устанавливаются на память и потом забываются, и нет возможности попасть в админку вашего сайта либо сайта клиента. Сейчас я вам покажу, как можно сбрасывать этот пароль и решать вот эту проблему. Для начала мы с вами зайдем в нашу админку по вот этому пути, адрес сайта /администратор. И дальше мы попробуем с вами ввести якобы наш пароль, который у нас был, либо мы помним, что он у нас был. И мы видим, что имя пользователя и пароль не совпадают. Или у вас еще нет учетной записи на сайте. Но то, что учетная запись на сайте, мы с вами знаем, что она есть. Но мы не помним пароль. Что нам нужно сделать? Заходим на наш хостинг. Это beget.com в данном случае. И суть в том, что нам нужно с вами попасть в базу данных. Здесь это вкладка MySQL. Вот база данных этого сайта. И нужно перейти в PHP MyAdmin. На других хостингах это, возможно, немножко выглядит по-другому, но суть все равно одна и та же. Вы будете заходить в PHP MyAdmin. Заходите, вводите логин и пароль. У данного хостинг-провайдера уже логин и пароль автоматически указываются, и мы попадаем с вами вот в такую базу данных. Здесь нам нужно в левой части найти таблицу users. Соответственно, сначала идет префикс таблицы, потом ее название. Ее в этой части нет, значит, переходим на вторую страничку и видим в самом низу вот наша таблица с пользователями. Мы просто переходим сюда и видим, что у нас есть один пользователь, супер-юзер имя, логин у него Гончаров, e-mail и вот наш пароль. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно нажать на карандашик, заходим в саму таблицу, и вот это вот значение password, пароль, нам нужно поменять. Вот здесь наш пароль, он в зашифрованном виде. Расшифровать его не получится, поэтому нужно просто сбросить, сгенерировав новый код. Для этого мы с вами перейдем на специальный сайт pr-cy.ru /md5. Ну, таких сервисов, в принципе, очень много, поэтому найдите, который вам по душе. И вот здесь нам с вами надо ввести какой-то новый пароль. Давайте введем просто какой-нибудь стандартный. Цифры, буквы и знаки препинания. Восклицательный знак. И вот этот код, md5 хэш, нам надо с вами скопировать. Копируем. И идем обратно в базу данных. Вот этот код стираем. И Ctrl-V вставляем новый. После этого здесь у нас стоит сохранить действие. И нажать надо вперед. Все. Сохранение произошло. Пароль мы изменили. Теперь давайте зайдем в нашу админку и проверим еще раз наш новый пароль. Логин у нас остался прежний. Кстати, логин тоже можно было поменять здесь, в таблице. Вот в этой строке мы можем поменять и логин, и почту. Но нас интересует пока что только пароль. Вводим пароль. QWERTY2019 и восклицательный знак. Нажимаем «Войти». Все, нам предлагают браузер сохранить пароль. И мы с вами в админке. Таким образом, я показал вам, как мы можем сбросить пароль как администратора, так и любого пользователя. Ну, если у вас администратор есть доступ, то, в принципе, пользователи вы можете через менеджер пользователей здесь все пароли менять. Надеюсь, вам это видео будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и жду ваших комментариев под видео.